Вот так, друзья, вот так шумно, и мне приходится говорить громко, потому что это Владимирский тракт, да, известный древний Владимирский тракт, мы с вами находимся на древнем, как бы, пути во Владимир, у ворот усадьбы Разумовских. Александр Сергеевич Пушкин в 1830 году поехал в свое знаменитое Болдино, и, конечно же, он проезжал мимо этих ворот и, возможно, останавливался. У нас в Балшинской картинной галерее есть и картина, написанная на эту тему. Ну а сегодня, почему мы записываем это видео, потому что знаменательная дата, 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И мы в Балашихинской картинной галерее делали выставку знаменательную к этому событию. И, конечно же, вот финал сегодняшнего дня, а уже вечер, мы приехали к этим воротам, вернее, ваш покорный слуга Дмитрий Неумон приехал к этим воротам знаменательным. Еще раз повторю, это усадьба Разумовских. И, конечно, основание полагать, что Пушкин видел эту усадьбу, однозначно 100%, она уже была к 1830 году. И еще хочется сказать, год основания нашего города Балашихи можно считать 1830 год. Нет, так считается, так и есть на самом деле. И вот сегодня уже, конечно, все видоизменилось. Это огромная трасса, шоссе, по которым сейчас магистральные автомобили и в Нижний Новгород, и далее, скажем, там в Муром дорога во Владимир, ближе к нам уже. Вот. И, в общем, в сторону Волги. И это, я просто что хочу сказать, тогда, когда проезжал здесь Пушкин, конечно, было тихо и было слышно пение птиц. И еще Александр Сергеевич Пушкин увековечил, как считают пушкинисты, своим стихотворением, моя родословная, усадьбу Разумовских. «Не торговал мой дед блинами» – фрагмент. «Не торговал мой дед блинами, не ваксал царских сапогов, не пел с придворными дичками» – Разумовские, «князья не прыгал из хохлов». Вот такая вот история, знаменательная для меня, потому что я вырос в этой усадьбе, провел все свое детство, здесь есть озеро Блюдечко, и мне это осознавать приятно, что вот такое пересечение обстоятельств, времен, событий, пусть маленькое, пусть фрагментарное, но все равно приятное.